Всем привет, друзья! Это снова интернет-магазин Деника и я Никита Шепель. Сегодня я приоткрою вам кулису достойного китайского продукта на украинском рынке. Поехали! Это доступный 4К телевизор с вкусной начинкой. Не так давно на украинский рынок вышел крупнейший китайский бренд Hisense. Вы о нем ничего не слышали? Мы тоже. А тем временем Hisense занимает 3-е место в мире по продаже телевизоров. Компания выпускает, начиная от бюджетных Full HD вариантов, так и топовые модели с 4К экранами до 75-й диагонали. Для тех, кто совсем недавно подписался на наш канал, напоминаю, что Ultra HD TV – это панели 4-го поколения, которые предлагают нам супер качество картинки в 4 раза превосходящие экраны Full HD. Они обеспечивают высокую детализацию изображения даже на большом расстоянии. Что ж, и вернемся к нашему продукту, а именно к телевизору Hisense H55N53-2.0. Поговорим о изображении. Наш испытуемый китайский Hisense оборудован популярной светодиодной подсветкой Direct LED. Телевизоры Ultra HD имеют технологию улучшения изображения, которые выдают яркую картинку с натуральными цветами и четкими деталями. Значение интерполяции 1100. Частота обновления составляет 60 Гц. Серия N53-2.0 оснащена VA-матрицей. Функция масштабирования 4К кодирует сигнал Full HD до качества 4К, что позволяет зрителю наслаждаться максимальным качеством изображения даже при более низком разрешении. Ну и конечно же поговорим об умной начинке нашего китайца, а именно о смарте. Все новые Smart TV модели телевизоров Hisense оснащены новым интуитивно понятным пользовательским интерфейсом вида Lite. Он очень четко структурирован, легок в обращении и разделен на 4 области. Первое. Live TV. Она обеспечивает легкий доступ ко всем телевизионным каналам и другим источникам, которые подключены с помощью HDMI, VGA и прочими внешними подключениями. Вторая. VOD. С помощью нее можно просматривать бесплатный интернет-контент популярных провайдеров, таких как Netflix, YouTube или Vimeo. Третья область – это медиа. Удобный доступ к изображениям, видео и музыкальным файлам, которые хранятся на внешнем устройстве USB. И четвертая область нашего смарта – это приложения. В этом разделе вы найдете ряд предустановленных и загружаемых Smart TV приложений. Вы можете персонализировать ваш телевизор Hisense так, как лучше всего вам подходит. Также в комплекте идет отзывчивый пульт, на котором добавлены кнопки быстрого доступа YouTube и Netflix для удобства пользователя. Звук. Акустическая система N53-2.0 имеет 2 динамика с суммарной мощностью в 20 Вт. Усовершенствованных технологий улучшения звука наш восточный производитель не пожалел. Качество звука на должном уровне. Динамики выдают глубокие басы. За нормализацию уровня громкости отвечает кодек Dolby Digital+. Ну и поговорим об особенностях нашего телека. Это 4-ядерный процессор. Это функция Time Shift, которая позволяет в любой момент остановить показ эфирной телепрограммы, а затем продолжить ее просмотр в записи с того же момента, когда была сделана пауза. Это совместимость со стандартом веса. И еще одна особенность. Во всех телевизорах Hisense присутствует тройной тюнер, так что вопрос, есть ли Т2, отпадает сразу. И пробежимся по разъемам и подключениям. Входы HDMI, поддержка HDCP, USB, цифровой аудиовход, Ethernet вход, Wi-Fi, компонентные и композитные входы, выход для наушников и слот CI. В подведении итогов могу сказать очевидное, что самым весомым плюсом для покупателей этого бренда будет цена, которая значительно ниже, чем у конкурентов. Сегодня вы узнали о новом китайском телевизоре Hisense. Подробные его характеристики вы можете найти, перейдя по ссылке ниже этого видео. Ну а пока что я с вами прощаюсь, до встречи в новом обзоре. С вами был Никита Шепель и интернет-магазин Деника. Подписывайтесь на наш канал и обязательно поставьте нам огромный лайк за просмотр. Всем хорошего предновогоднего настроения. Пока!